Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. С мужем живем 12 лет, сыну 11 лет. Постоянные конфликты из-за свекрови, последний раз опять поругались из-за нее, он мне сказал, пошла вон. Я тоже наговорила много гадостей, в итоге не разговариваем. Вчера я пришла домой, сын сказал, что папа уехал к разведенному другу с насечкой, сил больше нет у него и у меня. Как поступить в этой ситуации? Вообще без маминого ведома ничего не предпринимает. Ну, смотрите, как поступить в этой ситуации, чтобы что? Да, то есть можно гармонизировать ваши отношения, можно помочь вам расстаться, пережить расставание, да, вот, можно вам помочь разобраться в себе, потому что, ну, как бы, конфликты, которые возникают у вас, вот, непосредственно у вас с мужем, это все-таки вот в той или иной степени как бы ваша ответственность, на мой взгляд, и, соответственно, вам как бы с этой ответственностью нужно разбираться и вот принимать, учиться принимать эту ответственность на себя. Вот, за то, что происходит, так или иначе. Вот. Также есть важный момент, который касается того, что ссора между людьми – это психологическая игра, и вам нужно изучить, на мой взгляд, психологическую игру «Скандал», которая есть в интернете. Вот, изучите ее, пожалуйста. Посмотрите. Вот. И, соответственно, можно после этого уже будет что-то делать, да, можно будет уже после этого что-то говорить. Вот, как мне кажется, по крайней мере. Вот, с точки зрения, ну, психологии, с точки зрения психотерапии, да. Дело не в свекрови, а в том, как вы с мужем организовываете свои отношения. Это первое. Второе, это то, что если муж ведет себя как ребенок, то, соответственно, только потому, в том числе и потому, точнее, что вы ведете себя как родитель. Соответственно, вам нужно изменить свою модель поведения и изменить модель поведения вашего мужа. А в этом смысле здесь все довольно просто. Вот. Но, тем не менее, это требует работы, вот, это требует определенного, как бы, ну, определенного навыка. Вот, вот такая история. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. Вот такая вот, такой вот можно дать вам ответ. А на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. А я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.